Как только нефтекамские ребята вышли на сцену, они буквально сразу покорили зрителей своими шутками. Здесь все так же, как и в обычном КВН. Приветствие, разминка, музыкальное домашнее задание. Наша команда состояла из 4 человек, одна девушка и парни. Название коллектива «Добрые люди» тоже говорит само за себя. Готовились к игре основательно, под руководством Эльмиры Алидиновой и КВНщика Тимура Гахраманова. Всего в отборочной игре 1/4 финала интегрированной лиги особого статуса КВН «Своя лига» приняли участие 8 команд. Нефтекамские ребята заняли почетное 4-е место. Все прошло на ура. И в итоге мы взяли как самая лучшая шутка Резида Ханова. Ее оградили, если бы вы видели, какие у нее были эмоции, какие счастливые моменты она прожила. И мы поняли, все команды, кто вот мы поехали с ними, что вот ради этих эмоций, ради этих счастливых глаз нужно было поехать. Это дети столько радости. Вот я вообще в восторге от всего этого. Думаешь, это же слишком много работы, столько времени посвящаешь этому и понимаешь, что вот ради этого, что они вот растут, развиваются. И мы, конечно же, благодарны нашей команде КВН, которая в свое время подготовили их. Потом уже Ильдар Сергеевичу, который нас всегда поддерживает. Шаяпов Руслан Ринатович нас поддержал материально сильно в поездке, потому что без материальной поддержки мы, конечно, тоже все это не можем делать. Мы можем как волонтеры, репетиции, все это. Также Олег Гарифуллин нам помог. И, естественно, родители, Елена Салахова, руководитель ВАИ. Всем им огромное спасибо.